Обезьянки мои. Ох, вы мои обезьянки. Ну что это тут происходит, девочки? Девочки. Девочки. А так, Арис, лежи. Успокойся. Успокойся. Не надо там никого мониторить. Не надо. Не надо. А вообще скажу, вот об Арис, да, вот обратите внимание, почему она мне очень запала. Да, у меня каждый щенок западает в душу. Но вот этот помет, он офигительный просто. Очень темные глаза у щенков, очень темные. Такое это редкость. Ну, тяжело вывести темные глаза. У них прекрасный окрас. У Арис вот вырисовывается глубокий будет чепрак по окрасу. У нее классная анатомия. У нее лапища, вот моя рука, моя ладошка, да, и Арис лапища. То есть тут грудак будет классный. Щенки, короче, этот помет, это бомба. Да, их два, ну, две девочки всего лишь, но это бомба, просто бомба. По костяку у меня, конечно, всегда там у щенков бомба-ракета, но тут, я же говорю, тут окрас, темный цвет глаз. На выставках это всегда первые места. Окрас глаз, это всегда первые места. Классные мордяки, короче. Офигительные. Комары такая. Так, мамочка, давай уже, наверное, про меня начинай разговаривать. Ты детки детками. А я вообще была звездой Ютуба. А стала кем? Нянькой? И то в сторонке? Да? И то, скажи, меня никто не показывает. Почему? Комар, да? Скажи, мама, что ты заплакала? Ты что, слушаешь маму и плачешь? Да? Будем расставаться скоро со всеми, да? Будешь хулиганить? Будем смотреть потом комарика. Она тоже у меня тут мочит другой раз. Чудеса.